Всем привет, вы на канале Лунар Дизель. Сегодня займемся деревьями, а именно посадкой деревьев, спилом деревьев и немного помахаем триммером. Обратите внимание, сорняк как уже разросся. Я давно не выкладывал видео, именно это видео было снято в 2021 году, а выложил я его в июне 2022 года. По поводу яблонь, саженцы покупаем только низкорослые. Обратите внимание, вот перед нами китайка, за ним еще второе дерево, и они чуть ли не из трехэтажное здание. Поэтому в сад покупаем только низкорослые деревья и старые яблони, к примеру, с невкусными яблоками или дерево уже неправильной формы, и мы постепенно его выпиливаем. И засаживаем только низкорослыми вкусными яблонями, поэтому. И помимо яблонь мы также покупали сливу, грушу. Ну, постепенно обновляем сад, как говорится. В этом видео вот именно эти саженцы были посажены неделю назад примерно, относительно недавно. Сегодня помахаем сначала триммером. Скосим весь сорняк, но перед этим еще вот пару саженцев посадим и потом только будем выпиливать старые деревья. На видео также будет выпилена одна яблоня большая. Полностью весь материал в этом видео не уместился, так что будет вкратце. Это Илнар. Он копает яму для дерева, для посадки дерева. Тук-тук-тук. На солнце. Вот эта штучка там. Первым делом прошелся триммером. Это у меня занимает около 7 часов. Ну, примерно с 7 утра и до 14 часов. Ну, смотря как разрастется еще сорняк. А по поводу деревьев, вот сначала сажали саженцы, и каждый год примерно мы выпиливаем по 2 яблони. Давайте сейчас посмотрим, как обстоят дела в саду на сегодняшний день, сколько деревьев. И все это суммируем, посмотрим. Давайте посчитаем, сколько у нас на сегодняшний день в саду деревьев. Спереди ничего не осталось. Раньше здесь была полностью вишня. В углу на границе раз дерево. Это не считаем. Еще два дерева. Три. Четыре.
5, 6, 7, 8, 9, пенек. Здесь у нас 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Девятнадцать, двадцать, 21, 22. Сейчас расскажу, какие деревья посадили. Первое дерево. Монтет, яблоня. Взяли за 350 рублей. Низкорослая. Дальше идем. Это у нас высокая владимирская вишня. Одна только осталась. Вот сейчас купили тоже вишню. Быстринка называется. 250 рублей. Здесь у нас яблоня, которую на видео как раз закапывали. Называется мельба. За 300 рублей. Слива. Ника. 350 рублей. Каждый год сад разрастается относительно быстро. Яблони от соседей, рябина, тот же терн около бани или остатки вишни, например. И каждый год я деревьев мелких выпиливаю относительно много. И просто ставил этот фрагмент видео. Он особо смысловой нагрузки не несет. Чисто чтобы посмотреть, сколько яблони занимает пространство в саду. Дальше на видео будем использовать селитру. Покажу, как высверливать пеньки старые, как засыпать селитру. Все это будет на видео. Thank you.
Давайте поговорим о самой селитре. Изначально вам надо будет почистить весь сад, найти все старые пеньки. У меня суммарно вышло где-то пеньков 10-15. Яблони, вишни, что там только не было. Потом на пробу я взял одну пачку селитры, там 1 килограмм. Мне этого хватило выше крыши, так что не надо бежать и брать пару пачек. Вот у меня суммарно на 15 пеньков ушло половина пачки только. Чем сверлить, сразу скажу, не рассматривайте обычные сверла. У меня дома лежало два пера, размер 16 и 20. Вот на большой пенек от яблони я сверлил пером 20, делал два отверстия. На видео это будет видно. Закладывал селитру и палочкой трамбовал. Изначально я положил кирпич, но в процессе я сверху с пенька кирпич убрал везде. Это видео было снято в 2021 году, а выкладываю я его в 2022, руки только дошли. И вот за год я пару раз взглянул там, как пеньки себя чувствуют. Ну, одной засыпкой картину не поменяла. Естественно, там пеньки даже визуально чуть изменились, но одной засыпкой прям в пух они не превратились. Так что желательно за год засыпать пару раз селитру, и результат, я думаю, будет. Так что вот досматривайте видео. Всем приятного досмотра, можно так сказать.
Thank you.